сам не ожидал, но так получилось, что приехали в поселок Алексеевское. Это Лазаревский район. Мы проезжали его, когда ехали в горы Хагаб. И смотрите, какая тут красота. Вот такая вот горная речка. Мхи, как говорится, и лишайники всякие. Сейчас подберусь к водичке поближе. Вот такие вот маленькие речушки и запитывают нашу речку Псизуапсе, которая в свое время запитывает, естественно, наше море. Водичка тут такая холодненькая. Смотрите, как красиво. А вон, видите, цветочки? Маленькие. Вот такая вот у нас тут красота. О, камень-то какой. Практически ледниковый период. Хотя какой ледниковый период? Все тает. Вот. Очень красиво. Боюсь, правда, упасть. Как чуть-чуть потеплеет, мы будем совершать подобные вылазки почаще и смотреть различные достопримечательности Лазаревского района. Поближе к центру. Домик какой-то строится там. Очень красиво, очень чистый воздух. Вот она, горная природа, так сказать. Точнее, природа в горах. Во. А не какая-нибудь горная природа, горная порода. Здорово, здорово. Рекомендую посмотреть. Подобные места в Лазаревском районе достаточно. Много водопадов всяких разных. Летом, кстати, они иногда просыхают. Так что лучше, наверное, смотреть их весной. Кстати, в Алексеевском тоже очень много домов. И многие, кстати, сдают их. Комнатки, квартирки. И дома такие не хуже, чем в Лазаревском. Так что, если вы приедете в Лазаревское и захотите приукрасить свой отдых, посмотреть что-то новенькое, то посмотреть можно это в Алексеевском. Море, конечно, хорошо, но, как говорится, не морем единым. Пойду еще дальше пройдусь. Просто очень яркие цвета зеленого мха этого. Очень-очень-очень, как все время я говорю. Как я буду отсюда выбираться, не знаю. Ну да, если вы увидите это видео, то значит выбрался.
Куда я лезу? Тут даже водяную мельницу можно ставить, мне кажется. Еще интереснее. Столб какой-то валяется. Маленький такой сюрприз получился. Сам не думал, что сегодня сюда попаду. Так, надо гулять. Ого, камешек. Серьезный такой. Веками эти камни водичка точит. Веками. Ладно, на этом, наверное, все. Буду пытаться вылезти отсюда. Считайте меня коммунистом. И подписывайтесь уже. Подписывайтесь.